добиться победы, потому что на пути к финалу прошли Барселону, прошли Баварию, а у Реала, как многие шутят, был путь, в общем-то, слабее, чем у Ливерпуля в Лиге Европы к финалу. Ну что ж, матч начался, давайте все внимание уделим событиям. Стефан Савич пытается делать передачу вперед, попадает мяч в Карима Бензема. И смотри, Бейл отогнал Тони Кросса. Левоногий. Левоногий явно будет бить поворотом. Удар, говорит, а Бейл и спасает облак Атлетико Марсело. Еще одна попытка. Не было офсайда. Мяч был под левым. Это хоккейное нечто. Туда на пятачок может войти и сам, а может кто-то и поставить два человека. Был бы один, Бензема и Казимира. Не знаю. То есть, если Атлетико будет готов сегодня и продемонстрирует 100% физически, шансы у него хороши. Если где-то просядет, то будет вот то, что будет. Гол! 1-0 на сердце мадридского Атлетико. Смотрим еще раз. Передача Тони Кросса. Дальше Гаррет Бейл. Судя по всему, касается мяча. И Серхио Рамос перепался Диего Годин, на которую сейчас делал передачу Гави. Раз за разом подбирают. Молодцы. Кокеу. Ну, Келлер Раус все видел. За линией мяча. Ну, конечно, в таких условиях сложно творить. Передача Коки на Гризмана. Мяч у него под правой был. Под левым бы пробил сразу. Он переложил с правой на левую и все-таки пробил. На Филиппа Луиса. Тут входит в штрафную площадь. Филиппа Луис. Ну, и нужно уже делать передачу. Габи. Мяч под правой ногой. Заброс штрафную. Неплохо. Но офсайд у Гризмана. Удар. И действительно, это опасный момент. Но это не бездумность. С закрытыми глазами. С уже вышедшего на блок удар. Да, это действительно закидушка туда в штрафную. И именно Крял стал играть на удержание. Он действует настолько делает, это настолько спокойно и чисто, что с той поры всего два нарушения правил. Суммарно. Два. Они не забывают. Все перекрыто пока. А вот-вот прошла передача. Гризман с правой ноги бьет и рядом со штангой. Примерно как и в Милане в 4 утра. Закрыто абсолютно все. Итальянское. То, что он решил подписать с ней контракт. Ну да. Ну что ж, Атлетико во втором тайме пока другой. Атлетико дерзкий. Вот таким ему и нужно быть для того, чтобы этот финал обрел. Пенальти зарабатывает Фернандо. Он крайне неловко смотрится в этой ситуации. Пенальти. 100%. Как бы, ну, в 11-метрового, чтобы Гризман подергался. И вот он, один из важнейших моментов этого финала. Антуан Гризман против Кейлора Наваса. Разбег Гризмана, удар с левой ноги, перекладина! Ничего себе! Наиболее длинный за всю историю турнира. 8-7 стадион. Готовит эту подачу, слышит команду Марка Кладенбурга, убирает микрофончик, который там аккуратно припарковали наши коллеги. Коки подает. И будет ли удар по воротам? Попытка! Савич мимо! На мелкие части, каждый из них замедлить. Вот здесь удар через себя не получается. Но дальше подставляет... Ну а что ответит Реал? Гаррет Бейл, удар из-за предела штрафной площади мимо. Мяч Атлетико смелеет. Атлетико сумел все-таки как-никак перезагрузиться по ходу перерыва. Мяч отбит боковой линии. Но уже неплохо, уже бегут, уже возникают свободные зоны. В обороне Реала Коки взял и пробил. Потому что не он сегодня примом в атаке у Реала. Да этих атак-то, в общем-то, мало. Во втором тайме вообще только Атлетико что-то пытается сделать. Караско, передача, Сауль, удар и вновь мимо. Болельщика. Да-да-да, добавьте, ребята, потому что чего-то не хватает. Что-то... Габи в опорной зоне. Мне напоминает это матч домашний Атлетико против ПСВ. Модрич. Тянет, чтобы вне игры не было, чтобы защитник сел поглубже назад и выход 1-1. Спасает облак свою команду. Мы не должны забывать, 20 минут до финального свистка. Дело еще 2-0. И, в общем-то, на безрыбье и такой момент у Бензема, это, в общем-то, шанс на нападающего. А Лукас Васкес на правый фланг. Как свободно, сколько пространства. Пас по центру, Криштиану Роналду бьет. Количество ошибок. Зона появляются у тех, а у других. Гаррет Бейл у штрафной, входит в штрафную. Еще удар по воротам. Мяч остается у Бейла. Убирает под правый удар. Все отбили. Появится на поле. Но пока Хуанфран дальше на Габи. Заброс штрафную площадь. Хуанфран простреливает. Гол! Не забиваешь, будь готов получить. Сколько мячей Реал мог забить. В прошлой атаке нет тут никакого офсайда. Абсолютно точно. Окей, этот вариант проходит и сейчас. Там был фол, но мяч у Атлетико можно продолжать. Правда, Габи долгое время не мог подняться. Но посмотрел. Партнеры атакуют. Хуанфран, Андо Торрес. Еще один финал в его карьере. Ну а мы вспоминаем гол. Проходит передача Хуанфран. А, это не гол. Это как раз момент с Фернандо. Я говорил, что Некрос будет подавать. Но это не пустой стандарт. Это будет здоров какой стандарт. Это сумасшедший. Но спиной, скорее. И попал, по-моему, в Пепе или как? Ну там у Семена не 4-4-2 его традиционный, а 4-5-1. Он в центр поля оттягивает и Сауль, и Коки, и Габи. Удар за пределы штрафной. Казимиро, Роналду, Бейл. Все в штрафной. Передача. Удар, Роналду.
Ну, сейчас пронесло, отлично амортизировал и просто в руки облако прилетел. По-моему, он рикошет от себя самого, понимаешь? Его упускать надо, когда тебе нужно забивать. Он авантюрный немножко. Подача, может быть, опасна. И смотрите, куда мяч прилетает. Удар через себя в падении. Казалось, у нас первый овертайм закончен, а мы смотрим повтор. Еще один хороший заброс. Да забивал он такие. Слева тем более. Барон, он еще здоровый, хорошо головой играет. То есть он действительно, ну, Караско такой изящный форвард. Удар Казимиру выше. Или Антуана Гризмана. Любопытно, да, потому что... Я думаю, что так. Схема Атлетика, она, в общем-то, позволяет. Итак, Лукас Васкес. Первый удар в этой серии. Хороший разбег и хороший удар. 1-0. Ох, момент. Ну, еще раз посмотрим. Итак, Гризман не стал долго думать. Бьет гол. Сейчас обратите внимание на повторе, уважаемые телезрители. Он, так сказать, может быть, там и... Марсело прям по прямой. А нет, все-таки взял. Вираж заложил и с левой ноги. Мяч в уголок уложил. На себя ведет. В руки ему отдадут. Реала умолкаем. Габи забивает. Два. После матча в пенальти в 1-8 Атлетика ПСВ. Самую длинную. Да? А с мячом у мяча, вернее, Гаррет Бейл. Гол. Борс Баварии и Валенсии. И там матч-то, кстати говоря, был похож. Гол. Запредельное количество левоногих футболистов на поле. Сейчас 7 единого шанса что-нибудь отбить. Подарит ли его вратарю Серхио Рамос? Нет. Чем носить Хуанфран? Итак, Хуанфран. Штанга! Штанга не забивает Хуанфрана. Это знак. Ну что ж. Удар года. Удар. Отделяет мадридский Реал от 11-го титула. И это Криштиану Роналду. Удар.